Інфармацыйная служба тэлярадыёкампаніі Гомель працягвае сваю работу ў эфіры. У студыі працуе Евген Паблавец. Добры вечар. Вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Гомельскай вобласці за 9 месяцаў гэтага года разгледзелі на сённяшнім пасяджэнні абласнога выканаўчага камітэта. Удзельнікі беларуска-польскага форуму добрасуседства наведалі прадпрыемствы Мазырскага района. Супрацоўнікі ДАІ павіншавалі вадзіцеляў з надыходзячым днём аўтамабіліста і дарожніка. Эстрадна-сімфанічны аркестр абласной філармоніі рыхтуе прэм'еру да свайго юбілею. Зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Гомельскай вобласці за 9 месяцаў гэтага года разгледжаны сёння на пасяджэнні абласнога выканаўчага камітэта. Шэраг эканамічных паказчыкаў, такіх як валавы рэгіянальны прадукт, замежныя інвестыцыі, прадукцыйнасць працы і экспарт тавараў не выкананы. Разам з тым існуюць рэзервы для паляпшэння сітуацыі. Дмітры Котаў з падрабязнасцямі. Ситуация складаная, але контролюемая. Менавіта так на пасяджэнні аблвыканкама характарызуюць выники социально-экономичного развития за 9 месяцев. Валавы региональный продукт склав 95,4%. Гэты показчик на Гомельщине у першую чаргу залежить от деятельности Мазырского нафтоперапрацоўчага и Белорусского металлургичного заводов. Два промысловые гиганты забеспечивают каля 30% от агульного объема вытворчасти региона. И зараз на их існуюць пэўные проблемы, связанные с недохопом сыровины. Гэта не дае магчымасці ў поўнай меры загрузіць вытворчыя магутнасці. У выніку адсутнасці буйных заказаў на прадпрыемствах некалькі знізіліся аб'ёмы работ у будаўнічай сферы. Невялікае зніжэнне дэманструе і гандаль. Да прыкладу, рознічны продаж зафіксаваны на ўзроўні 98,5%. Затое лепшую дынаміку за вызначаны перыяд прадэманстравалі аграпрамысловы комплекс і транспартная галіна. Если говорить по количеству убыточных, то у нас их на уровне прошлого года. Но мы считаем, что их еще достаточно много, 133 убыточных организаций. Конечно, в других областях ситуация еще похуже, но мы этим не восторгаемся, а продолжаем работать. Стоит задача максимально, все предприятия должны работать рентабельно, иметь прибыль для того, чтобы поддерживать и свое развитие предприятий, и своих работников. Адзначаны і станоўчыя тэндэнцыі. Па-першае, зніжэнне вытворчых затрат у сярэднім па вобласці на 5%. Акрамя гэтага, атрымалася дасягнуць невялікага росту аб'ёму экспарту тавараў і памяншэння запасаў прадукцыі на складах у параўнанні з мінулым годам. Будуць создавацца новыя рабочыя месца, новыя прадпрыемствы. За 9 месяцаў в Гомельскай вобласці создана 547 новых прадпрыемстваў. Уже создана порядка 2500 новых рабочих мест. Радует то, что практически 40%, в отличие от предыдущих лет, это производственный сектор, то есть реальная экономика, а не только торговля. Потому что в прошлые годы создавалось порядка 80-85, это в основном только в торговой деятельности. В данном случае это производственные предприятия, которые производят реальный продукт. Больш як палова створаных прадпрыемстваў размешчана не на тэрыторыі Гомеля. Гэта дэманструе прывабнасць для інвестараў не толькі раённых цэнтраў, але і сельскай мясцовасці. Дарэчы, з мэтай агульнай стабілізацыі ў розных сферах эканомікі распрацоўваецца праект павышэння якасці на 2017-2020. Гэты дакумент будзе створаны сумесна раённымі, гарадскім і абласным выканкамамі, а таксама адміністрацыі СЭС «Гомель-Ратон». Усе прапановы павінны быць прадстаўлены ў камітэт эканомікі да 21 лістапада. Дмітрі Котаў, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія Гомель. Удзельнікі беларуска-польскага форуму добрасуседства напярэдадні пабывалі з рабочым візітам у Мазырскім раёне. Галоўная мэта – установленне дзелавых кантактаў паміж прадпрыемствамі дзвюх краін. Што зацікавіла польскіх бізнесменаў, даведаліся корэспандэнты тэлеканала «Мазыр». Делегация бизнесменов, представников муниципальных уладов побывала на буйных предприемствах района. У программе наведывания – Мазырские дома, будаўнічы и дрэвапрацоўчы комбинаты, приватное предприемство у дрэў. И наш регион, вот и Республика Беларусь, и область заинтересованы в привлечении инвестиций. И мы готовы предоставить для производства и земельные участки в соответствии с законодательством, и объекты недвижимости. И предлагаем создавать иностранные предприятия или совместные предприятия. То есть в любом случае
Ну, у польских наших друзей есть интерес вот, в строительной отрасли. На Мазырском домобудовничьем комбинате гости увидели, как организовано рентабельное будовничье предприятие. Комбинат является основным забудовщиком жилья в регионе, а так само пропоновывает свои послуги по всей Беларуси и освоивая замежные рынки. Автоматизованная вытворчасть, сучасное обсталяванне, якостная продукция и угодные заробки. Увогуле, тут есть что показать и чем заслуженно похвалиться. Округ Гомельский с нашим округом партнерским. Гомельская область – наши партнеры. Сегодня мы встречались с губернатором и пригласили его в Польшу. Мы считаем, что наше сотрудничество может быть не только в деловой сфере, но и в культуре, спорте. Во время визита мы с группой бизнесменов, владельцев компании, посещаем предприятия. И мы довольны тем, что увидели. Приклад поспяховой приватной вытворчасти – товариство с обмежованной отказностью в УДРЭУ. Наведывание предприемства началось со склада готовой продукции. Гости проявили цікавость до выставочных узоров. Не выключено, что мясцовые древоопрацовщики в ближайший час могут поширить географию замежных поставок. Такие встречи, они полезны в том плане, что для того, чтобы показать свой потенциал, узнать потенциал соседей и в итоге привлечь инвестиции в регион. Завершилась рабочая поездка визитом на Мазырский ДАК. В целом гости дали высокую оценку экономичному потенциалу региона. Проявили повышенную цікавость до сотрудничества в сферах древоопрацовки, вытворчасти мебли и будовництва. Покидаючи гостиную Мазырщину, замежные гости пообещали протягнуть работу над умацаванием межрегиональных контактов. Катерина Юрченко, Светлана Грудькович, Аслав Пересыпкин, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Сегодня в Гомеле прием громадян провела начальник управления правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Ирина Дрозд. Жыхарами областного центра она встретилась в городском объединении профсоюзов и районном споживецком товаристве. У этот день ее адресовали около 20 питаний. Усе яны были связаны с нормами працовного законодавства. Сярод их – правила предоставления отпочинков и льгот, налічэнне заработной платы, питания маёмаснага характеру и працы по сумяшальніцтве. Дарэчы, подобные консультации представники Федерации профсоюзов проводят бесплатно каждый апошний четверг месяца. Приемы граждан Федерации профсоюзов проводятся ежемесячно. И необходимо отметить, что сколько бы правовые инспектора не выезжали в районы, все-таки у наших граждан есть заинтересованность в таких приемах. Практически не бывает такого случая, чтобы ни один человек не обратился к профсоюзному работнику, поскольку вопросы соблюдения трудового законодательства, вопросы, связанные с выплатой заработной платы, на сегодняшний день более чем актуальны. День открытых дверей прошел у Гомельском межрайонном отделе Державного комитета судовых экспертиз. Специалисты показали, как находят доказы с помощью дактилоскопичных порошков и вызначают особу человека под отпечатках пальцев, выявленных на месте здарения. Подробнее расскажет Максим Савин. Фоторобот за 10 хвилин. Каждое день эксперт комментирует. Допомагают юные удельники встречи кадеты. Отримливается фото подлетка, вельми подобного на их сокурсника. Снятие отпечатков пальцев – еще одна интересная процедура. Профессионалы показывают, как это делать правильно. Сегодняшняя наша экскурсия очень полезна для меня, так как я здесь узнала и смогла спросить, чем занимаются следователи, и смогла для себя уже определить и решить, хочу ли я заниматься этой деятельностью. У день открытых дверей криминалисты так само рассказали, как ведут огляд места здарения, продемонстрировали техничные махчимости службы и обсталявания. Например, как выявляют подробленные грошовые знаки. Сучасные банкноты имеют несколько ступеней безопасности. 2-3 манипуляции у криминалиста есть докладный отказ. Фальшивка у руках и соправдные гроши. Зрозумело, что до такого уровня майстерства специалисты приходят не одразу. В опыт и подказки коллег помогают новым супрацовникам худшее адаптоваться до работы. Курсанты, которые приходят после академии, и, конечно же, они еще сыроваты в своих познаниях и навыках. Однако при общении с профессионалами, которые уже со стажем работы более 5 лет, они выезжают вместе с ними на места происшествий. И наши профессионалы, работники, как говорится, с земли, которые работают постоянно на местах происшествий, в отделах, они передают свой передовой опыт, и уже курсант через год-полтора может уже показывать те результаты, которые от него требует комитет. Юным удельникам мероприемства их портреты, складенные с допомогой фоторобота и дактокарты, уручили на память. Явген Побаловец, Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». До дня автомобилиста и дорожника супрацовники ДАИ провели перед святочную акцию. Повиншовать водителю вырашили по-особливому.
Отказавши на три питання о правилах дорожного руху, водитель отримливал сертификат на бесплатную замену летних шин на зимовые. Те ж, кто с заданием не смогли справиться, отримливали сутешальный приз у выгляде памятки о правилах дорожного руху. За первую годину акции организаторы поспели урушить около 10 сертификатов. До речи, святочные акции до Дня автомобилиста и дорожника Державтоинспекция проводит штогод для тех, чья профессия связана с керованием транспорта. А вот для автоаматоров мероприемство прошло вперше. Причем само надворье подказало, что варто приготовить у якости подарунков. Наша погода нам показала, что не надо ждать 1 декабря, а уже сейчас необходимо перебывать в свой автомобиль. И поэтому к Дню автомобилиста мы не просто дарим призы нашим автолюбителям. Мы, с одной стороны, они вспомнят правила дорожного движения. Также мы им напоминаем о том, что необходимо переобуть свой автомобиль. Ну и, конечно же, приятное поспорье любому автолюбителю переобуть свой автомобиль бесплатно. Эстрадно-симфонический оркестр Гомельской областной филармонии рыхтуется до Великого свята. У листопаде коллективу исполнится 20 годов. Зараз музыканты проводят репетиции юбилейной программы. С подробязностями Александр Лупиненко. До святочной даты застоится менее за 2 тыдні. Репетиции проходят что день по несколько годин. Гомельский эстрадно-симфоничный оркестр областной филармонии рыхтуется до важной даты у своей биографии. У листопаде коллективу исполняется 20 годов. Конечно, много. Пройден большой путь, много создано программ, много создано творческих проектов. Музыканты стали намного опытнее, потому что в составе оркестра есть очень много музыкантов, которые были участниками основания этого коллектива. Но в то же время это мало, потому что впереди очень много работы, впереди также много новых проектов, много новых интересных находок и много концертов, которыми мы собираемся радовать наших поклонников. Концертная программа, якую оркестр рыхтуе до юбилею, атрымала назву «Классик Нью». Свой особливый музычный сюрприз для меломанов. Это будет модное направление сейчас в искусстве, которое вот у вокалистов называется классический кроссовер. Это исполнение классических произведений в современных обработках. Это как вокальные произведения, так и инструментальные произведения. На рахунку оркестра шмат яскравых концертных программ. Сярод их – мелодии кино, сусветные мюзиклы до юбилею Высоцкого. Разом с оркестром спевают зорки оперной сцены и ведущие солисты. Премьера юбилейной программы «Classic New» запланована на 11 листопада. Концерт отбудется на сцене Громадско-культурного центра у 18:30. Александр Лупиненко, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Гомельском кинотеатре «Мир» отбылось тематичное мероприемство, присвященное памяти знакомитого белорусского кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР и Республики Беларусь Виктора Турова. Заслуженного деяча культуры нашей страны без перебольшения лишит одним из наиболее ярких майстров айчинного кинематографа. Перед показом фильма «Я родом с дятинства» гомельским школьникам пропоновали познакомиться с житевым и творшим шляхом Виктора Турова. Для этого у кинотеатра подрыхтовали документальную фотовыставу и экспозицию литературных творов, по мотивах яких сдымались его фильмы. За маль 40 годов творчей деятельности Виктор Туров створил больше 20 картин. Он широко ведомы такими работами, как «Я родом с дятинства», «Прозмогилки», «Люди на болоте», «Шляхтич завальня» и иншими. Виктор Туров неодноразово лауреат шматликих международных кинофестивалей. У 1994 году его фильм «Прозмогилки» увайшоу сотню лепших киностужек про Великую Айшинную войну. А картина «Я родом с дятинства» по опытанию белорусских критиков признана лепшим фильмом, створенным за всю историю айчинного кинематографа. Менавіта яе и убачили гомельские школьники подчас тематичного кинопрогляду. Мы имеем такую возможность в кинотеатре «Мир» удовлетворять заявки всех школ, которые хотели бы посмотреть этот фильм. В любое время, в любой день у нас есть этот киноматериал. И не только эти фильмы, вообще о творчестве Виктора Турова можно и нужно разговаривать. И можно учиться на его материалах. Это история нашего народа, который полесского народа, который корни уходят в глубину. И те проблемы, которые в этих фильмах освещались, они, в общем-то, актуальны и сейчас. Гэта іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Пабалавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.